Всем привет и добро пожаловать на мою кухню Nordic Balance. Меня зовут Виктория Андерсон, и на моей кухне мы готовим все полезное, вкусное, и такие продукты мы берем, из которых вы не будете набирать вес. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусную израильскую яичницу, которая называется шакшука. Вы знаете, да, что миллион разных рецептов, как борщ мы делаем все вроде бы по-разному, хотя рецепт один, также котлеты получаются разные. То есть я сегодня вам свой вариант этой израильской яичницы преподнесу. Надеюсь, вам это понравится блюдо, очень простое и пахнет, благоухает уже так все, что у нас есть. Одна луковица, один вот такой сладкий перчик. У нас есть фенхель, вот он так растет, похож очень на укроп, листья сельдерея, два таких хороших черри-томата больших относительно, да, кориандр, помидорчики в собственном соку, вот такой лук, он по-русски, по-моему, шнут называется, как-то лишнит, посмотрите, вот он так выглядит, по-датски пурлой. Немножко я взяла масла, буквально 10 грамм. Это паприка копченая, чесночок, 2 зубчика, перчик чили, тмин, который мы потом с вами разомнем, пол кубика бульона, это может быть бульон, если вы вегетарианцы, конечно же, овощной, если нет, то можно взять и куриный, укропчик и 3 яйца. Вот, пожалуй, все. Багет, который вчера спекла, цельнозерновой, но об этом мы поговорим потом. Итак, начинаем. Все очень просто. Сковородка у меня уже разогрелась. Я добавляю немного масла растительного. Так, сейчас посмотрю, какая она. Можно чуть-чуть увеличить, наверное, температуру. Так, и я сюда же добавляю для вкуса сливочное маслице. Вот так. Пусть оно будет очень даже хорошая комбинация. Сюда я отправляю прежде всего наш лучок, который вы можете порезать кубиками или же, не знаю, полукольцами, как вы любите, что вам больше подходит. Это на ваш вкус, как говорится. Так, вот он начинает обжариваться. И вслед за ним я добавлю сладкий перец. И все это должно немножечко подрумянить. Я же по утрам гуляю, вы знаете, да, и это происходит относительно рано, мой муж еще спит. Вот я гуляла, и думаю, как бы мне, что бы мне такое приготовить на наш завтрак, чем бы порадовать моего мужа. Давайте сейчас. Вот я пришла к такой идее, что я делаю эту самую вкусную яичницу, порадую его. Ну, конечно же, он очень обрадовался, когда вкуснулся. Потому что видео-то снимает он мой оператор и режиссер, что он только бедный не есть. Так, смотрите, смешаем немножко еще, видите, как благоухает, как красиво так получается. Температура немножко прибавила, вот. И теперь сюда я отправляю наш тмин. Я очень люблю специю, я вообще бывает со специей. Так, мы еще сейчас перемешаем. Так, пахнет все великолепно. Сюда же я хочу для начала отправить помидоры. И к ним я добавлю также помидоры в собственном соку. Так, чтобы это все у нас хорошенечко так взялось. Борщики, ну и пусть они тушатся. Сейчас мы сюда отправим паприку. Копченую. Буквально через корочки я взяла. Так. Бульонный кубик. Рум. Это помешаем. Когда есть свободное время, выходной день, почему бы себя не порадовать чем-нибудь вкусным, да? Добавляем чесночок.
смешиваем немножко. Я добавлю все же водички. Готовила буквально 150 мл водички. Посмотрим, сколько она возьмет. Вот, бульонный кубик уже растворился. И все это чудесно выглядит у нас. Теперь мы давайте добавим с вами фенхель. Зелень саму, да, вот. Он очень так похож на укроп, мне кажется. И растет совершенно потрясающе. Мне подружка подарила семена, и они сейчас прям прекрасно у нас произрастают. Так, теперь мы добавляем листики сельдерея. Вот. И перчик чили. Посмотрите, как все красиво у нас получается. Так. Так, чуть-чуть буквально вот так вот он тушится. Можем прибавить температуру. Обязательно нужно посолить. Поперчить. Соль лучше берите гималайскую, я всегда вам об этом говорю, да? Так, немножко перчик. У меня перцы, перец таких разных сортов. Вот. Еще раз сейчас мы это все перемешаем. И я буду добавлять яйца. Пахнет совершенно потрясающе, друзья. Так, температуру убираю я немного. И мы готовим место для наших яиц. Просто-напросто делаем такую маленькую ложбиночку. Так. Температуру мы убрали, и они должны так томиться. Понимаете, да, что я имею в виду? Сейчас, хоп. Так. И теперь третье яйцо мы отправим сюда, в эту ложбинку. Хоп. Вот такая красота у нас получается с вами. Теперь мы должны немножко подождать, чтобы вот эти яйца, они как бы белок схватился, и мы получим вот эту совершенно потрясающую яичницу. Я, можно прикрыть крышкой, конечно, да, но я не люблю, когда яйца, они такие получаются сильно зажаристые. А вот этот момент, как я делаю, будет совершенно потрясающий. Ну и добавляем, пока не томятся, зеленушку. Это кориандр у нас. Ой, как все пахнет. Как все красиво у нас будет. А вкусно-то как будет. Так. Лучок вот этот, который курло, я его называю, да? Шмидт или шнот, я посмотрю в гугле, как он звучит по-русски. Так. Зелени не жалейте. Это такая яичница, знаете, она должна быть очень пряная, с различными запахами, и она должна быть очень такая яркая. Вот так вот. Еще сюда. И отправляем наш укроп. Центр положим. Видите, уже белок начал прихватываться. И вот-вот мы приступим к трапезе, к нашей любви. Так, сейчас осталось немножко руку. Так. Пока эта вся прелесть у нас готовится, я буквально отрежу немножечко багета. Багет, рецепт багета я сделаю вам дополнительно. Потому что он у меня без муки. Он на соевой муке, на белках. И его можно есть совершенно спокойно, знаете, да? Как обычно я делаю. Я возьму буквально пару таких ломтиков и обжарю в тостере. Подрумяню.
самой маленькой температуре. Да. Все у нас будет вкусненько. Когда ваша яичница будет готова, вы просто-напросто берете ломтик хлеба, макаете, и вы прямо вместе с этой жижей, со всеми этими вкусами, пряностями, кушаете прям вот хлебушком. Будет очень вкусно и красиво. Дорогие друзья, все элементарно. Яичница делалась буквально каких-то там 5 минут. Но как это вкусно и как это все полезно. Поэтому я вам всем желаю, попробуйте сделать вот этот рецепт. И, конечно же, приходите ко мне на канал. Подписывайтесь, лайкайте и готовьте вместе со мной. Только все полезное, вкусное, простое и быстрое. До новых встреч! С вами была ваша Виктория Андерсон. Пока!